только самое главное, надо во всем разобраться, понимаете? Поэтому, когда занимаются следственные органы, надо тоже разобраться объективно во всем. Моя вот такая оценка. Поэтому у меня каких-то, я не располагаю какими-то другими данными, но то, что есть в работе. А такой вопрос, кадровые какие-то решения в дальнейшем предполагаются? Ну, зачем сейчас торопиться? Еще раз говорю, все в процессе. Поэтому пока мы не видим каких-то проблем для того, чтобы принимать кадровые решения. Поэтому будет объективная оценка всему этому дана, решение какое-то принято, да, стороны проверяющей и надзорных органов, тогда будем выводы из этого делать.